Включил. Всем добрый день. Вы на канале Баженит и Омская область. Сегодня у нас погода испортилась. Ну, я так понимаю, что первый раз за всю зиму, что у нас нет солнца. Наступил месяц март, а к нему привязана такая пословица. Наступил марток, одевай 7 порток. Вроде как на улице тепло, там 3 или 5 градусов, но ветер сильный вообще, и метет, такая вот метель началась. Переход зимы на весну. Зимой-то вообще солнце светило, было хорошо. Вчера буквально разговаривал с родственниками, увидели меня они на ютубе. И высказывают мне свои отзывы. Ой-ой-ой-ой-ой, столько навоза, столько работы и тому подобное. Блин, что здесь особенного? Абсолютно ничего особенного нет. А что, легче работать на производстве, ходить, значит, по сменам на завод, в первую, вторую работать по 12 часов. Так работали-то на дядю, на компанию, которая за границей. А я-то работаю на себя. Сразу щенков покажу. Щенки у нас подрастают. Ну-ка, ухи. Ах ты, блядь. Скоро-скоро поедете к новым хозяевам. Ладно, я буду работать. Значит, а вы смотрите. Что есть особенно? Ну, переночевали корову в сарае. Утром сейчас вышел, вывез навоз. Какой это навоз? Это у вас в городе, в туалете, в канализации. Там точно навоз. А это обыкновенная трава, просто переработанная коровой. Я никакого ни запаха, ничего не чувствую. Идите. Подальше иди. Коров напоить, что проблема, что ли? Ну выкинул шланг, перемерзла вода в сарае. Взял шланг, выкинул, подключил. Сейчас они подойдут, все напьются. Ничего здесь особенного нет, тяжелого. Сейчас закрою, а то корову надо поехать. Кто навоз? Куда? Что, далеко его вожу, что ли? Вот до ковша трактора довез. Выкинул. Ну сколько? Ну, 3 телеги будет. Руками дальше ничего не делаю. Потом заведу трактор. Значит, вывезу. Ближе подойди. Коров кормить? Чего особенного? Ночью переночевали они в сарае. Сейчас вот съесть, подходят к сену, сено едят. Ничего не это, вилами не таскаю. Ну, конечно, поправляю, если не раскидывают. Это у нас кто отелился, там бык стоит. А здесь и молодняк. Ну, в общем, слабых мы под навес загоняем, которых не дают им есть. А кто собрался телиться или свежие отельные, те, конечно, в сарае стоят. Всех не выгоняем. Ладно, пока я сейчас до конца здесь все из сарая вытащу, воду уберу, заведу трактор, покажу дальше. Пока прервай. Вот и немножко. Сразу, пользуясь случаем, передам привет Андрею Голубе. Это омский дальнобойщик, ездит на газели по России. Значит, ведет свой влог. Андрей, привет. Я тебе скину ссылку на свой канал. Если интересно будет, посмотришь. Читаю, вижу, как это самое. Там тебя спрашивают, что и как, на там технические данные, значит, о доходах и тому подобное. Слушай, вот я посмотрел, мне иногда тебя жалко. Не в том смысле, что ты. Я понимаю степень ответственности, осознаю, какая-то тяжелая физическая нагрузка управлять, быть участником дорожного движения, управлять машиной. И потом нести какой груз у тебя за спиной, как, значит, материальный, какой ты несешь ответственность. Все эти страховки, это ничего не покроет.
Остальным тоже, я не знаю, ну, вот я до обеда, ну, сколько я тут работал, ёлки-палки? Ну, 2 часа. 2 часа поработал, значит, и все, после обеда я свободен. Я могу лечь на диван, посидеть, полежать, поспать, телевизор посмотреть или с компьютером там позаниматься. Я ролик этот свой выставлю обратно через аккаунт жены, пока, ну, не заморачивался с этим, пока с браузером. На канале у меня будет этот влог, и ладно. Сейчас я, в общем, болтать зря не буду. Пошел я, значит, навоз догружу, показываю, чем я занимаюсь в рабочие будни. Догружу навоз до конца в телегу, ну, не в ковш, заведу трактор, вывезу. И все, я свободен. Накормил, напоил, вода стоит. Вот я до вечера буду это самое, значит, заниматься уже своими делами. Конечно, с меня тоже могут спросить, тоже есть ответственность. Но какая ответственность? Если пожалуется кто-либо из обосравшихся, ну так я могу показать этикетку, значит, которая есть на молоке, где красным написано, что некипяченое молоко пить нельзя. Если ты его не прокипятил и выпил, так это твоя проблема. Ну, дай бог, до такого не доходило. Степень материальной ответственности не такой уж высокий, как у тебя. Ладно, не будем болтовней заниматься. Метель сегодня. Так. Загнал. Часть скотины под навесом стоит. Там места мало, не хватает. Назад смотрю, чтобы ничего не сломать. Конечно, с таким камерой намного удобнее. Качество хреновое. Бежит сволочь. Собралась. Нет. Вон, блин. То есть собака сзади. Паразит, блин.
обратно идет. Я сейчас пойду закрою. Выскочим. Сделал. Кому было интересно, подпишитесь на канал Бажаниты. Значит, если понравилось, поставьте лайки. Даю. Ладно, пока. Спокойно, спокойно. Ну ладно, на сегодня. Основную работу я сделал. Значит, коров напоил. Вода стоит в бочках. Накормил. Навоз я вывез. Ковш пустой, не толкайся. Ковш пустой. Трактор поставил, там у меня тосол. Ничего страшного с ним не будет. Все, эти подходят, едят сами. Все, до обеда все сделано, я свободен. Могу заниматься своими делами сегодня. Ну, вечером. Сволочь, утащил у меня голицу. А, шапку утащил. Ну-ка, давай шапку сюда. Шапку, давай, моя шапка, давай сюда. Шапка моя рабочая. Давай сюда шапку, давай.